Крымская таможня обнаружила у контрабандистов редкие ценные монеты. Решение суда: монеты, выявленные и изъятые в пункте пропуска Джан Кой в 2021 году у гражданки Украины, признаны культурной ценностью и обращены в собственность Российской Федерации. В ноябре 2021 года должностные лица Джан Койского таможенного поста Крымской таможни в ходе проведения таможенного контроля лиц, прибывающих в пешем порядке на территории Российской Федерации, выявили у гражданки Украины три редкие монеты. Монета номиналом 1 копейка 1882 года, чеканная при правителе Александре III на Санкт-Петербургском монетном дворе. Монета номиналом 1 копейка 1914 года выпуска и монета номиналом 3 копейки 1909 года, изготовленная при правителе Николае II. Монеты не были задекларированы и перемещались через таможенную границу ЕАЭС с нарушением таможенного законодательства. Таможенная экспертиза подтвердила, что данные предметы нумизматики выпущены более 100 лет назад и представляют культурную ценность. В настоящее время монеты переданы в подразделение Министерства культуры Российской Федерации, которое впоследствии определит хранителя для ценностей.